Сегодня на столе комикс «Бэтмен. Ночь людей-монстров» от сценариста Стива Орландо и художников Райли Росма, Роже Антонио и Энди Макдональда. Твердый переплет, рельефная обложка и 152 страницы, на которых разместились выпуски «Бэтмена» под номером 7 и 8, выпуски «Найтвинга» 5 и 6 и «Детектив комикс» 941 и 942 выпуск, а также бонусы в виде галереи альтернативных обложек и дизайна людей-монстров. Экземпляр комикса для обзора предоставлен издательством «Азбука». Итак, перед нами первый кроссовер в линейке комиксов про Бэтса, состоящий из 6 выпусков, по 2 выпуска на каждый ongoing соответственно. Готэм накрывает непогода, ливень и ураган, и плюс ко всему из ниоткуда появляются жуткие монстры, огромные разрушительные чудовища. Стив Орландо недолго тянет кота за одно место и прям с первых страниц выдает нам антагониста кроссовера, приложившего руку ко всей этой вакханалии. Хьюго Стрэндж, тот, с кем придется столкнуться Бэтмену и его команде, знакомый вам по комиксу «Восстание Бэтменов». Вместе они пытаются урегулировать ситуацию и эвакуировать город. С самого начала на меня, как на читателя, валится экшен, как будто крыша проваливается под тем ливнем, начавшимся в Готэме, и он затапливает безумием, просачивающимся из страниц книги, из каждого штриха. И это я выделяю как плюс. С психологией персонажей мы уже познакомились в предыдущих томах, а здесь место именно приключению. Первое настоящее испытание для обновленной команды Готэма. Удивительно, как сильно можно наводнить одну историю таким вниманием к персонажам при такой-то скорости повествования. Рисунок. Так как здесь собралось 3 серии комикса, на каждую приходится свой художник. Райли Росма рисует комиксы о Бэтмене, Роже Антонио художник Найтвинга, а Энди Макдональд рисует Детектив комикс. Все эти ребята, похоже, подражают ультратонкой работе Фрэнсиса Монапуля. К сожалению, ни одна из них не входит в ту же лигу, что и Монапуль. Росма и Макдональд действительно могли бы быть одним и тем же человеком. Если бы не было двух разных имен, я бы подумал, что их комиксы были выполнены одним и тем же художником. Оба этих парня делают акцент на немного тускловатом арте. Некоторые панели, созданные в виде крупного плана, выглядят прилично, но панели, на которых изображен общий план, несут в себе беспорядок. В первом выпуске Райли Росма рисует одну из самых страшных версий Бэтмена, которую я когда-либо видел. Макдональд, по крайней мере, с этим справляется намного лучше. Если вы когда-либо играли в игру Диабло, то вам точно понравится арт монстров, потому что они выглядят действительно круто. Вы увидите, как художники просто сходили с ума, рисуя монстров в этой серии. Всем фанатам Бэтса однозначно рекомендую к прочтению. А приобрести этот комикс вы можете в магазине Comic Street, ссылка будет в описании. Ну и как всегда, не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх, лайкать и репостить видео ВКонтакте, где, кстати, я выкладываю фото превью новых комиксов. Информационный партнер Comixoid.